Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами пишем лайки, как ВКонтакте, но по ходу уже давайте напишем редактирование нашей записи. Я вам, ребята, оставил здесь ошибку специально. Просто в прошлом уроке забыл сказать. Но оставил и подсказку. О, отлично. Оно то будет работать, то не будет работать. Потому что, ну, чтобы все маслом не казалось, иначе не разберетесь. Обратите внимание, слуг у нас не заполнен. Ага. Значит, что надо сделать? То есть мы с вами писали аккаунт, да? И вот там мы писали правильно. То есть, если вы возьмете представление, которое мы писали на прошлом уроке, сравните с представлением аккаунт, где я не буду указывать, бо вы тогда догадаетесь, ну, очень внимательно, то вы, конечно, заметите разницу. Вот. То есть вам надо эту ошибку будет исправить, чтобы разобраться раз и навсегда, потому что в школе эти вопросы частые, да? Ну, а мы с вами пока сделаем по-другому. Это редактирование записи. О, видите? Не работает и все. Сейчас я проверю. Да, все срабатывает. Код сейчас не покажу, но дам еще одну подсказку. Вот смотрите, сейчас я создаю новость. В том случае, вы, если, допустим, ввели, потом убрали слуг, потом опять ввели. Возьмем фотку, сохранить. В том случае вы получите ошибку. Так вот, вторая подсказка. А вот в этом курсе мы будем писать редактирование. И тоже будем писать уже правильно, да? То есть, по сути дела, перед вами будет код создания аккаунта и редактирования. А вот создание новости вам надо будет все-таки подправить. Поэтому я сейчас от вас скрою, что подправить. Вот. Вот, я от вас скрыл, что подправить. Но еще раз повторяю, это для участников школы. Ребята, мы с вами перед этим писали создание и редактирование аккаунта, представление. И сегодня будем писать в этом курсе 15-м редактирование записи. Да? А вот создание записи здесь надо кое-что подправить. Иначе будет в одном из фрагментов получаться ошибка. Давайте посмотрим. Сейчас опять будет получаться эта ошибка. То есть, по сути дела, вот берем создать новость. Вот, видите, так работает, да? Но если мы попробуем убрать слуг, попробуем загрузить сразу фотку. Я просто забыл, что я вам оставил ошибку, в том курсе не сказал.
О, видите, сейчас работает, потом не будет работать. То есть ошибку в любом случае надо исправлять. Да, будет. Ну, а сегодня мы работаем с редактированием. Ну, давайте отредактируем заголовок, добавим там F большие, здесь добавим числа и сохраним. Да, вот все добавилось. Наш текст добавился, дизайн мы с вами договорились, вы сами делаете. Далее, что для нас еще важно в этом курсе, это то, что нам надо сделать. Сейчас мы зайдем, пока у нас под другим пользователем. Вот видите, у нас root, я зашел под другим, то есть он не может редактировать эту запись. У админа это есть, то есть нам еще вот эту вещь надо сделать, чтобы в принципе мог редактировать только тот, кто создал. Единственное, что может сделать root, это поставить лайк. Но да, лайки мы еще не писали, мы их пишем, просто говорю по ходу, да. И вот появилось, это мы пишем, это мы еще не писали. Сейчас мы остановились, что все-таки надо написать редактирование. Я вам сказал, что оставил в одном представлении ошибку, специально забыл про нее сказать, сейчас говорю, да, потому что она вылезет в любом случае. Дал две подсказки. Следующий момент, последний, нам надо написать так, чтобы мог редактировать запись только тот пользователь, который создал, либо администратор мог редактировать. Ну, в принципе, все. Для тех, кто начал с этого видео просматривать, начать надо с сайта изучения Django spb-tut.ru. Ссылки на сайты есть в описании видео. Будет также ссылки на курсы, где мы пишем уже это чуть посложнее, материал создания соцсетей. Это уже другой сайт, да, но будет тоже на него ссылка. Но в любом случае, начало Django на SPB и Python на spb-tut.ru. Спасибо за доверие, успехов, все получится.